Друзья, в продаже у нас появилась Honda Stepwagon Spada 2014 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 2 литра, 150 лошадиных сил. На вариаторе, на переднем приводе. Машина в очень хорошем состоянии. На литых красивых дисках имеется бесключевой доступ. Повторители на зеркалах, противотуманные фары. Камера заднего вида. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электро задние двери пассажирские с возможностью открытия от водителя, мультируль, подрулевые лепестки переключения передач, автосвет, обогрев заднего стекла, подогревы боковых зеркал заднего вида. Установлена мультимедиа TI-S, многофункциональная, с камерой заднего вида. Комбинированный салон, кожа с тканью. Также система старт-стоп. На втором ряду у нас два капитанских кресла. Машина в отличном состоянии, в сером цвете, 2014 год, хорошая комплектация.